Здравствуйте. Это семейная пара, мистер и миссис Купер. Интерьерная кукла, состаренная, ароматизированная. Они очень нарядные, ведь они нарядились к светлому пасхальному воскресенью. Платьице у миссис Купер и бантик из одной ткани. У нее сумочка из кашемирового фетра с цветами. Брошечку пристегнула. Глазки стеклянные. Ушки можете распрямить, можно загнуть вот так. Ну, в общем, как форму вы хотите. Как вам выражение лица? Оно уже меняется от того, как ушки торчат. Вот. Сзади у нее такая вот юбочка, платьице юбочка, собирается на ленточку. Можете ее снять, если захотите вдруг постирать. Ну, нет смысла, конечно, это же не для игры. Это интерьерная кукла, пачкаться не будет. Шарфик из состаренной марли. Усики из лыка. Мистер Купер надел самый свой лучший жилет. Жилет с бортовочкой. Укреплен. Как настоящего жилета. Пуговки из кокосовой порки. Трость. Шляпа – это особый разговор. Шляпа из фетра кашемирового, так же, как и сумочка. Но она, шляпа состарена. Эффект старения, как бы вот, как будто она уже такая сильно потертая, с таким налетом патины. В руках держит он поздравительную открыточку. Однажды в светлое пасхальное утро. Написано. Тоже у него галстучек из марли состаренный. Стеклянные глазки. Точно такая же брошка, как у миссис Купер. Вот сзади мистер Купер. Кроме того, что это замечательное украшение интерьера, это семейная пара будет прекрасным подарком на юбилей свадьбы, на годовщину свадьбы. Ну, конечно, не год свадьбы, а уже для тех, кто достаточно прожил вместе, чьи чувства проверены временем. Для таких уже солидных супругов. Вот такая пара замечательная.